Короче, сегодняшняя новость, которая напоминает о том, как же много зависит от формулировки. Итак, в Кирове 7 июля выступит Игорь Саруханов. Ну, казалось бы, но вот заголовок с другого источника. В Кирове в преддверии Дня семьи, любви и верности выступит семикратно разведенный певец Игорь Саруханов. Но если взглянуть с другой стороны, может быть, это и правильный выбор исполнителя. Ведь у музыканта ни одного романа на стороне. Короче, закончить хотелось бы текстом самого поэта Игоря Саруханова. Текстом из песни о любви. Ты одна на миллион, сладкая, как сон. Ты одна на миллион, сладкая, как сон. Ты одна на миллион, сладкая, как сон. И так 16 раз. Как видите, поэт не изменяет себе ни в семье, ни в творчестве.